Удачный день начинается с удачного утра. Поэтому пока вы еще просыпаетесь, наши ведущие уже в деле. Они — это спецназ хорошего настроения в большом городе. Они точно знают, как встать с той ноги. Они в курсе самых интересных событий. Перед ними открыты все двери, даже когда на них висит табличка «Закрыто». Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями, о закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня. Этим утром с вами Сергей Шубенков и Татьяна Морозова. Сегодня в программе. Встречаем рассвет в одном из самых модных мест в Москве. Дизайн-заводе «Флакон». Нойз и битбокс. Музыка, обязательная к прослушиванию. Грандиозное утро. В гостях у звезды Большого театра Кристины Кретовой. Как испечь капкейк. Простые советы по освоению главного сладкого тренда этого сезона. Привет! Доброе утро не стоит, похоже, желать. Это не очень смешно. Прям обхохочешься, прям цирк. Хе-хе, Дюссалей, да? Я проснулся в 5 утра. Потому что живу рядом со стройкой. Это был не просто шум, это была адская долбежка. Это как по голове, так бам-бам-бам. Но в 5 утра. Выспишься завтра, смотри, какая хорошая погода. Я никому, погода. Танечка, не пожелаю жить рядом со стройкой, транспортно-пересадочными узлами, каким-нибудь заводом, потому что сущат, это невыносимо. Есть завод, рядом с которым просыпаться и жить рядом очень-очень комфортно. Ладно, хорошо. Я просто догадался, что мы уже на этом заводе. Вот и что, Таня, и что? Бинго – это дизайн-завод «Флакон». Ну, классно, у нас уже дизайн поставлен на поток. Я слышу, здесь тише, чем у меня дома, и это неоспоримый плюс, но он пока единственный. Это не единственный плюс. Плюсов здесь полно. Я тебе сейчас все покажу. Пойдем. Ну, сейчас ты мне расскажешь, где тут нужно покупать билеты, и мы пойдем. А стул прикольный, стул мне нравится. В общем, я понял, это еще один музей современного искусства на территории какой-то бывшей фабрики. В общем, это модно в Москве. Только ты мне расскажи, какая у нас на сегодня культурная программа, что мы будем смотреть? Это что-то картины, написанные кетчупом, может быть, скульптуры из мусора или экспозиция «Толстый дядька топчет масло». Какой артхаус на сегодня, Таня? Какую жуть ты рассказываешь, где ты это видел? Современное искусство. Нет, во-первых, это не музей, билеты покупать не надо. Мы просто пришли в место, где творческие люди умело самореализовываются. Танюша, я вынужден тебя расстроить. Такое место в Москве уже есть, называется Старый Арбат. Ну, а тут прикольненько, живенько, а стул вообще шикарный. Творческий кластер «Флакон» появился на территории заброшенного завода «Хрустальный», который основали здесь еще в первой половине 20 века. В трудное время перестройки завод перешел на выпуск флаконов для парфюмерных товаров, а потом окончательно встал. В 2009-м создатели современного флакона решили, что бывшая промзона – это идеальное место для обитания дизайнеров, художников, музыкантов и прочих людей искусства. Так вот, я и говорю, знаешь ли ты ту самую историю про одного сотрудника хрустально-стекольного завода, призрак которого до сих пор ходит по этим лестницам и коридорам? А, нет. Я знаю другую историю про молодого дизайнера, который продает здесь же украшения, сделанные вручную. Да я же и говорю. Однажды этот дизайнер встретился с этим самым призраком, и больше молодого дизайнера никто не видел. Как не видел? Он что, уехал куда-то? Невероятно. Скорее всего, уехал куда-нибудь в Европу, ювелирный дом его перекупил, и все, теперь мне видать моих украшений. Да. Интересно, мне одному тут страшновато? Таня! Танюш, подожди, я с тобой. Переселять творческую интеллигенцию на пустующие фабрики начали еще в 80-е в промышленных городах-банкротах Великобритании. И сегодня культурные кластеры уже есть почти во всех крупных городах мира. В России главной такой площадкой стал дизайн-завод «Флакон». За 5 лет он превратился в настоящий креативный город посреди города. В нем есть все для повседневной жизни его обитателей и гостей. Коворкинги, мастерские, кафе, магазины, школы, парикмахерская и даже собственный тату-салон. По утрам обычно набивают кофе, булки, завтраки. В
Все учреждения дизайн-завода пока только начинают открываться. Ведь творческий город спит дольше обычного. Утро начинается примерно в 10:30 перед открытием флакона до официального открытия. Мы приходим пораньше, выкатываем велосипеды, протираем их, включаем компьютер, наливаем себе кофе и ждем первых посетителей. В будни первых посетителей ждать приходится долго. И чаще всего первыми гостями друг у друга и покупателями становятся сами жители флакона. Именно так здесь называют людей, которые работают на территории дизайн-завода. По утрам очень часто жители флакона сами прибегают к нам и покупают вот такую вот подушку. Это офисная подушка. У нас здесь есть центр коворкинг. И суть такая. Засовывайте голову, руки, дышите носом. Магазины флакона больше напоминают сообщество по интересам. У каждого самобытный концепт и оригинальные взгляды на жизнь. А продавцы их полностью разделяют. Наверное, вписались именно своим ассортиментом, своими подарками. Стараемся преподносить себе магазин как музей, как хорошее настроение. То есть и все вещи, которые у нас есть, они со своей историей какой-то. Знакомиться с историей будущих покупок или завтракать в его культовых кафешках первые гости начинают в районе 12 часов. Примерно в это же время на флаконе обычно стартуют лекции, семинары, всяческие занятия и мастер-классы. Добавляем ложку меда, ты говоришь, да? Можно добавить ложечку меда. Я думаю, что можно использовать лайм капельсином, он даст нам сок. Камерность и флегматичность будней на флаконе взрывается в выходные с утра пораньше. В теплое время года на главной площади дизайн-завода разворачиваются всевозможные уличные маркеты. Молодые кутюрье и промышленные дизайнеры, творцы хендмейда и мастера кулинарии собираются здесь часто на собственные праздники. На данный момент людям нравится чувствовать себя частью общности, не просто какой-то, а своего круга какого-то понятного. Когда вы видите своих единомышленников, собираясь на одной площадке, делая какое-то общее дело, а не просто общаясь, то есть вы чем-то занимаетесь, это создает определенную там энергетику, настроение, и людям это нравится. Праздники, маркеты на флаконе – это хорошая возможность для их участников вывести в свет свои работы, найти клиентов или просто попробовать себя в творчестве. Так это бабки у меня, можно сказать, бездомные, безымянные, и ищут себе хозяина. Посетители фестивалей флакона точно с корабля на бал попадают из серой осенней столицы в город-праздник. Здесь они будут своими среди дизайнеров-мастеров, прикупят вещицы с историей и отведают тематической еды, которая всегда присутствует на творческих мастер-классах. Календарь флакона гораздо пестрее обычного. На осень в нем запланировано намного больше праздников, чем официальное 4 ноября. Таня, ты знаешь, в моем детстве у нас во дворе, вот там вдалеке, как будто бы, были гаражи. А за ними строители свалили огромные металлические трубы. И так вот, мы там тусовались всем двором, все пацаны. И что мы там только не делали, мы играли там, мы пели под гитару, мы жгли костры. Это было очень круто. Вот это был наш флакон. Нет, Серёж, это была свалка неогороженная. А вы были хулиганами и шантропой. Не, подожди, давай как-то разберемся в этом моменте. Если раньше почему-то это называлось свалкой, то сейчас вдруг, ни с того ни с сего, это модное арт-пространство. А в чем разница-то? В чем? Я тебе объясню. Просто это не заброшенный завод, а это место, в котором творческие люди создали особую атмосферу. Здесь живет искусство, это арт-объект. Ну, давай проще. Есть шум, есть музыка. Вот если бы в шуме был бы ритм, то можно было бы сделать из него мелодию. Я тебе так скажу, Тань. Шум? Шум. Он и в Африке шум, понимаешь? Ну, а как, это очень похоже на мой двор. Шум? Вон там гаражи, вон там трубы. Один в один. Ну, закажи. Вот, кирпичи старые. Самым первым битбоксером был, наверное, древний человек. Ведь алфавитом он не владел и общался с соплеменниками с помощью гортанных звуков. Сегодня стиль битбокс набирает популярность.
частично из-за того, что исполнитель не нуждается ни в каких инструментах, кроме собственных связок. Это очень облегчает жизнь музыкантам. Никаких громоздких аппаратур, лишь собственный голос и микрофон. Вахтанг – настоящий человек-дискотека. Один может заменить целую установку диджея и исполнить ряд модных битов. Я склонен к тому, чтобы создавать новые звуки. Это и отличает одного битбоксера от второго. Если все изображали бы саксофон или машину, трактор, неважно, что угодно, то это искусство уже не было бы искусством. Чтобы так исполнять, надо много тренироваться. Утром имитировать ударные, днем перкуссию, а вечерами отдуваться за целую драм-машину. Это очень близко к спорту. Битбокс — это по 50 на 50. 50 искусство, 50 спорт. Потому что это очень физически затратная история. В классическом хоровом исполнении этот стиль назвали бы акапельным. Но битбокс далек от музыкальных стандартов и чаще всего используется для сопровождения хип-хоп-композиций. Конечно, да, битбокс вообще был придуман для того, чтобы аккомпанировать рэп-исполнителя, но каждый инструмент имеет право на развитие, а битбокс — это всеобъемлющий инструмент, который нету границ, как языковых границ, так и музыкальных. И поэтому скажу вам так, что битбокс уже давно вышел из того ранга, чтобы кому-то подыгрывать. Но насколько бы уличный бит не казался необычным, шум большого города поражает не меньше. Отбросив как лишний рудимент все музыкальное наследие эпохи, исполнители стиля нойз в своих композициях используют все. От обычного термоса до завернутого в фольгу бутерброда и хрустящих в микрофон чипсов. Не скрипка Страдивари, конечно, но ведь звучит. Если закрыть глаза во время прослушивания, то можно подумать, что стоишь на автотрассе в час пик рядом с работающей стройкой. Этот стиль наверняка найдет своего слушателя. Особенно среди тех, кто в мегаполисе не живет и очень скучает по звуку большого города. Сереж, ты что там пытаешься разобрать какие-то звуки, из чего они составляют свои шедевры? Я никогда не думал, что звук можно сделать таким интересным, и при том это так легко. Благодаря современным технологиям Sony я могу даже в записи слушать звук чистым, таким, как его создал сам музыкант, со всеми музыкальными нюансами. Вот сейчас я слышу дыхание и даже шелест платья исполнительницы. Да, это очень круто, просто нереально. При конвертации музыки в обычные форматы MP3 или даже CD значительная часть музыкальных деталей теряется. Использование более продвинутого формата High Resolution Audio позволяет сохранить все богатство музыкальной картины. Ты знаешь, это как настоящий концерт. А можно послушать, пожалуйста? Пожалуйста. Ну, хорошо, одна голова. Хорошо, а две пары ушей еще лучше, держи. А сейчас я включу звук с плеера на беспроводную аудиосистему Sony, которая также поддерживает стандарт High Resolution Audio и в одно касание подключается к плееру, смартфону или планшету по протоколу NFC. Ой. А музыка-то вот она где. Ого, действительно чудо техники. В таком маленьком корпусе и такое богатство звуков можно воспроизвести. Интересно, а если бы у Чайковского была такая аудиосистема, он бы мог создавать такую музыку в стиле группы «Припой»? Я как считаю, какую бы музыку Чайковский ни писал, у него все равно получается балет. Всем доброе утро! Я балерина Большого театра Кристина Кретова. Предлагаю вам это утро провести вместе со мной. Любителям балета Кристина хорошо известна как исполнительница знаменитых классических партий Жизели, Адетты Адилии и Мари. Завтрак – это моя сила. Вообще, я живу по принципу такому. Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин, естественно, отдай врагу. Впереди у меня будет очень тяжелый день. У меня будет 4 репетиции. Сейчас я готовлю новый спектакль. Это «Пламя Парижа». Я буду исполнять революционерку Жанну. Поэтому сил мне потребуется очень много.
Сегодня и ежедневно Кристина и ее пятилетний сын Иса завтракают овсянкой. Мое подрастающее поколение, то есть мой сын, он безумно любит готовить. И у нас не проходит и дня, чтобы мы с ним что-то не пекли или что-то не делали. Все мои жители моего дома, они, как правило, не кушают мучного. Поэтому либо я все это несу на работу, либо раздаем во дворе. Обоим не до булочек. Сын хоть и маленький, но уже спортсмен. По утрам он занимается гимнастикой в спортивной секции. Так, наша 30-секундная каша готова. Вот она выглядит вот так вот вкусно. Так как каша не молочная, а я обожаю молочную кашу, поэтому я делаю такой секрет. Я беру йогурт, он может быть абсолютно любым, и добавляю его туда прямо в кашу. Несколько ложек. Йогурт отправляется в тарелку вместо молока вовсе не из диетических соображений. Так быстрее. Обязательно в рационе должны быть овощи и фрукты, которые также нам дают энергию. Ну, в принципе, вот и все. Определенной диеты я вам никакой сказать не могу. И, честно говоря, когда люди говорят о диете балерины, я бы очень хотела ее прочитать. Каша была очень вкусная. Я ее съела всю полностью. А теперь пора собираться на работу. У Кристины только один выходной на неделе. Многолетний упорный труд не прошел напрасно. В этом году Кристина вошла в топ-25 звезд балета по версии уважаемого издания Dance Magazine. Впрочем, к наградам Кристине не привыкать. Также у меня есть награда «Душа танца». Тоже есть такая премия. Я получила ее довольно давно, в 2006 году. Так, времени совсем остается немного, поэтому пора ехать на работу. Самое главное, я не забыла свои пуанты. Ну что, встретимся у 5-го подъезда? Вот мы и в храме искусств. А это наш служебный вход. Утро любой балерины всегда продолжается балетным классом. И Кристина не исключение. Но перед тем, как встать к станку, Кристина в компании других балерин делает несколько несложных упражнений стретчинга. Последовательность упражнению станка не случайна и складывалась на протяжении многих лет. Начинается все с плие, приседания, и заканчивается рон-де-жам ан лер, круговыми движениями ноги на высоте 45 градусов. А потом, как и обещала Кристина, еще несколько танцевальных репетиций. А вечером еще и спектакль на сцене Большого. Сегодняшнее утро, как, в принципе, и любое другое, где бы я ни находилась, в какой точке Земли и мира, оно начинается у меня всегда с того, что я, конечно же, дома просыпаюсь и завтракаю, а потом еду либо на класс в свой любимый большой театр, либо на урок в той стране, в которой я в данный момент танцую. Поэтому, в принципе, оно у меня всегда одинаковое, но оно мне нравится. Кстати, я тоже когда-то мечтала стать балериной. Даже училась в танцевальной школе. Ну, что-то не сложилось. Я, Таня, стесняюсь спросить, а почему вдруг твоя танцевальная карьера не сложилась? Отсутствие трудолюбия. Не могу работать 18 часов в сутки. Ну, все понятно, мне все ясно. Я просто изначально подумал, что может быть причина как в другом, а тут как все понятно, все ясно. Нет, сладкое-то я люблю, но это же не главное. Да. Путь к сердцу мужчины лежит через капкейки. Это на практике проверила и доказала Мария Немова. До замужества девушка совсем не умела готовить, но, столкнувшись с суровыми реалиями супружеского быта, быстро освоилась и начала радовать мужа оригинальной выпечкой. У меня как-то вот как у хозяйки возникло желание учиться готовить. И именно этот процесс выпечки сладкой, домашней, меня вот увлек и стало моим хобби. Визитная карточка Марии – это ванильные кексы.
Рецепты она ищет и находит у английских кондитеров, которые задают тон всему миру по части сладкой выпечки. На самом деле это очень просто, не займет у вас много времени, и к завтраку вы всегда сможете приготовить что-то вкусное, домашнее, ароматное. Смешиваем равные части масла и сахара по 100 граммов. В полученную смесь по очереди вбиваем 2 яйца и чайную ложку ванильного сахара. Добавляем 100 граммов муки и ложку разрыхлителя. В конце вливаем молоко. Пара минут, и основа для теста готова. Кексы выпекаются при температуре 180-200 градусов всего за 20 минут. Как обычный кекс превратить в модный нынче капкейк? Для этого надо приготовить крем. Для этого нам понадобится в равных количествах масло комнатной температуры, сахарная пудра и сливочный сыр. Мы взбиваем их все вместе до однородной, пышной, светлой консистенции. Готовое блюдо украшаем с помощью кондитерского шприца. И вуаля, капкейки готовы. Выпечка настолько увлекла девушку, что она создала собственный кулинарный блог, где выкладывает рецепты и принимает заказы на торты и кексы. И вот люди стали подписываться, они стали интересоваться, и как-то пришла, видимо, какой-то вот интерес. Количество подписчиков кулинарного блога Марии уже близится к 10 тысячам, а с недавних пор она ведет мастер-классы для начинающих готовить. К слову, муж Марии совсем не против такого вкусного хобби. Он поддерживает ее во всех гастрономических экспериментах и даже подарил ей собственный сайт. Очень поддерживает это мое хобби. Он помог мне с созданием этого сайта и сейчас тоже всячески активно пытается меня мотивировать, чтобы я не бросала это и продолжала развивать дальше. Понять его несложно, ведь с такой увлеченной женой голодным точно не останешься. А давай мы с тобой тоже организуем эдакое свое арт-пространство. У меня сосед в гаражах такие фокусы показывает, закачаешься. Опять ты про свои гаражи. Все, с вами были Сергей Шубенков и Татьяна Морозова. Пойдем, там рисунки, там очень здорово, там классно.